Муж военный приходит домой и застает жену с любовником. Достает пистолет и говорит: «Пошли со мной!» Вышли они на улицу, он говорит: «Слушай, давай с тобой раз и навсегда решим, кто с ней останется. Смотри, я сейчас стреляю вверх два раза, оба падаем. Кому она первому подойдет, тот с ней останется». Ну, тот согласился, он стреляет вверх, бах, бах, оба падают. Жена так из окна смотрит и говорит: «Ванюш, вылази, эти кретины перестреляли друг друга». Муж приходит с работы, улыбается, радостный, ужинать садится, смеется, хохочет. Жена: «Что ты смеешься, муж? Ха, да меня с работы уволили». Жена: «Что здесь смешного?» Он: «Ну как что смешного? Меня уволили, остальных посадили». Муж заболел, лежит в спальне. Жена с сыном идут к нему в спальню, чтобы нос закапать. Сели, ждут, когда он проснется. Сын говорит матери: «Закапывай, что ждешь?» Отец сквозь сон: «Рано меня еще закапывать!» Спасибо за просмотр. Оставляйте свои комментарии. Всем пока-пока.